С каждым днем становится все больше видеоблогеров, и все задаются одним вопросом – как же больше заработать? А меня зовут Саша Джаггер, всем привет! Вот, допустим, я автор и создаю здравый контент. Число моих зрителей растет, и я задаюсь вопросом, как же это все монетизировать? Ну и, как вы поняли, речь пойдет о партнерских программах, ведь с каждым годом их становится все больше. Но вот плюса от их количества нет никакого, ведь все они предлагают почти одинаковые условия. Ну, а для тех, кто в танке, постараюсь разложить. Партнерская сеть – это своего рода посредник между Ютубом и автором, который делает всю грязную работу за вас. Если кто-то пробовал монетизировать свои видео напрямую, поймут, почему эта работа грязная. В нее входит заполнение форм, подтверждение подлинности контента, чуть ли не предоставление всех исходников. Ну а с партнеркой же все проще, там все доведено до автоматизма. Все эти махинации за нас уже сделал менеджер, и, как говорится, не бесплатно. От 10% и выше партнерская программа удерживает за свои услуги. Услуги посредника, повторюсь. Итого, имея монетизацию в 1000 рублей, до автора доходит 750. Конечно, этот процент может варьироваться по-разному, если вы обговорите какие-то условия с партнеркой. Я лишь постарался наглядно объяснить, как это работает. Я ошибочно думал, что партнерка мне выплачивает кэш, но на самом деле плачу ей я за посреднические услуги. И так уж символично вышло, что недавно у меня закончился контракт с Quiz Group. Довольно-таки нашумевшая партнерка с сомнительной репутацией, но на моей практике никаких косяков не было. Подключился я туда после ВСП. На тот момент меня подкупил больший процент выплаты. Хотя процент-то там был смешной, всего лишь на 5% больше. Но жадный видеоблогер не давал мне покоя. Ну а сейчас же я вернулся к истокам Йола, ребрендинг от ВСП. И такой вопрос, чем же она отличается от других? Да почти ничем. Ведь каждая сеть нахваливает какие-то свои условия и преимущества. Но на деле получается, что все они совпадают. Но почему же все-таки я выбрал эту медиасеть? Для меня главное, что ВСП раньше была организатором многих YouTube-фестивалей. И мне, как малоизвестному блогеру, идет в плюс участвовать в подобных мероприятиях. Ну и подытожим. Не стоит вестись на космические обещания пиар-менеджеров. Это как-никак их работа. Партнерскую сеть лучше подключать в своей локале, чтобы не было проблем с техподдержкой или переводом валюты. Ну и делайте уклон на какое-то дальнейшее сотрудничество. Если вы себя зарекомендуете с хорошей стороны, то партнерская сеть вам даст пропуск на многие мероприятия в российском Ютубе. Меня зовут Саша Джаггер. До встречи!